Кстати, в России должен появиться закон об охране здоровья детей. О необходимости его появления говорили на Всероссийском съезде педиатров страны. Дело в том, что существующий нынче об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации не в полной мере отражает насущные вопросы развития детского здравоохранения, пишет сегодня российская газета. Тем не менее, статистика говорит, что за последние 20 лет удалось более чем в 2 раза сократить младенческую смертность и в 1,7 раза смертность детскую. Существенно увеличилось финансирование сферы здравоохранения в целом в 10 раз за 10 лет. При этом доля расходов непосредственно на детское здоровье только за 3 года возросла с 25 до 30%. Но вместе с тем негативная тенденция в том, что касается показателей здоровья подрастающего поколения, пока переломить не удается. Проект нового закона уже готовит рабочая группа.